Точно, эстафета. Ну, давай, Напст. Давай, вылезай из террарии и делай видос. И, по сути, все. Я, наверное, только одному передал, потому что... Хотя не, Иван. Да, может, ты занят, но давай тоже присоединяйся. Все. Фанатам франшиз привет, с вами Iron Workers by Hero. И как вы поняли, это эстафета на тему моей любимой игры про Соника. И по названию видео вы поняли, что моей любимой игрой является Heroes. Ну что ж, let's go! Сюжет. Конечно, его и все и так знают, но для своей любимой игры я сделаю исключение. И немножко сокращу. Постараюсь скрыть. Короче, Соник получает письмо от Эггмана, который прислал Тейлз насчет того, что Эггман может захватить за 3 дня целый мир. Сонику нужно остановить своего старого знакомого, и Тейлз и Наклз прыгивает с самолета, а сам самолет на автопилоте. Надеюсь, приземлиться. Надеюсь. В это же время Руж пробирается в секретную базу Эггмана за драгоценностями, но вместо драгоценностей она получает кукишку, находит Шеду, который должен быть мертв, но его Эггман спас по сюжету Шизаха, если вы не знали. Очнувшись, Омега решил устроить бомбеж, поскольку он воспринял Шеду за робота Эггмана. И пришлось Руж останавливать так называемых... Ладно. После всего этого Руж поняла, что Омега недоволен Эггманом за то, что он его сюда запер, а Шэдоу вообще все забыл. Ну, то есть у него амнезия. И она объединяет свою команду, чтобы найти Эггмана и разобраться во всем в этом. В это же время Эми находит улику о том, что в газете говорится о том, что Соник зачем-то похитил шоколад и фроги. И появляется большой кот, которого есть теперь обновленная удочка с зонтиком, который ищет своего питомца. Эми объединяет свою команду и предлагает найти Соника и разузнать, какое имеет он отношение к этой газете. В это же время в детектив-сообществе Вектор и Эспио ничего не делают, только Вектор что-то там интересное слушает. Но вдруг Чарми врывается вместе. С новым заданием. И в котором говорится о том, что... В этом задании, если все выполнят его, то они получат, естественно, большую зарплату. Эспи не особо доверяет этой рации, радиации, но им как-то пупуку, они должны выполнить задание, чтобы получить зарплату. Ясно. Затем герои будут встречаться с Эггманом, который появляется у них в пути в одно и то же время, как ни странно. И довольно-таки подозрительно. Давайте лучше затронем кое-какую часть с хаотиксами. У хаотиксов вроде нормальный диалог, вроде как, но потом Чарми говорит о том, что он не знает, кто такой доктор Эггман. Это довольно-таки странно. Ведь в Наклз хаотиксах он же был. Или он просто не знал его имени. Хотя... Ладно, не важно. Дальше я не буду рассказывать сюжет, потому что, как я уже говорил, его уже все знают. Зачем пересказывать одно и то же? Лучше переходим к геймплею.
Геймплей, конечно, можно, конечно, не назвать настолько разнообразным, но все-таки есть кое-какие отличия у команд. Например, Эми Роуз, если держать ее прыжок, то она будет крутиться своим молоточком. А особо, конечно, это не помогает на врагах, но хоть какая-то есть деталь. Однако Эми не умеет отпрыгивать от стен, потому что один мой друг сказал, потому что она не крутая. Ежи умеют отпрыгивать от стен, только держаться они не могут долго. А вот Хамелеон, именно Эспио, будет держаться столько, сколько ему захочется. Ракетное ускорение у скоростных. Кое-какие есть отличия. Например, у Эми, ее ракетное ускорение трудно использовать, потому что она постоянно будет пользоваться своим молоточком и своих напарников ударять им. А у ежей особо нет проблем. Просто используешь еще раз атаку, и тогда либо летун, либо силовой подтолкнет и полетишь туда, куда надо. А также вы можете это ракетное ускорение использовать для специальных шест и, конечно же, на врагов. И они улетят к чертовой бабушке, как и черепаха. А у Эспио, он во время ускорения или после него, он может потом выбросить свой так называемый сюрикен. Также он может использовать свой сюрикен, если он невидим. Но когда использовать торнадо надо. Кстати, торнадо используют тоже и ежи, и ежиха. У ежей особо нет отличий. Кто бы сомневался, у них со второго адвенчера нет особых отличий. Эти двое просто вокруг врага крутятся и отправляют его в стратосферу. Эми же наоборот, сама же крутится, а потом берет свой молоточек и куда ее указали, туда она и отправляет свое торнадо. Также это торнадо можно использовать для шестов. Также у ежей есть лайт-эш, который работает намного лучше, чем второй адвенчер. Также можно еще сказать про уровни. Без уровней силы особо ничего нет. У Хоминга особо сильной атаки нету, и все в таком духе. Первый левел что-то там появляется. Второй уровень уже получше. С помощью Хоминга Соник или другой скоростной персонаж может уничтожить врага за один удар или за один Хоминг. В третьем же уровне скоростной уже может без торнадо отнимать у врагов щиты, а также отправлять черепаху в стратосферу. Ну и по шесту тоже может крутиться теперь нормально, без торнадо. Летуны особо нет отличий, все они умеют летать. Без уровня они могут лишь парализовать одного врага и все своим так называемым Thundershot или Thundershot, или как там. С первым же уровнем этот Thundershot уже может так называемых врагов парализовать уже нескольких, а не одного. Второй уровень, все, беги, летун становится опасным оружием. Он может теперь спокойно уничтожать всех роботов во втором уровне. Третий же уровень, конечно, тоже может сломать всех роботов сам или парализовать, либо что-то еще сделать. Кстати, во время третьего уровня можно еще и собирать быстрокольца. Вот отличие. Короче, с каждым уровнем они, персонажи, становятся сильнее. Кстати, когда летун лишается своих союзников, у него появляются свои основные атаки. Тейлз и Руж бросаются электрическими кольцами. Тейлзу претензий особо нет, но у Руж, у нее же была атака из Sonic Battle, где она использовала свою пухлую версию саму себя как бомбу и атаковала врагов. Возможно, ее 3D-модели еще не придумали. Либо я не знаю другой причины, как ее объяснить. Зато в 2006 появились у нее бомбы. У Крим такая же атака, как и в Advance, а именно использование Чао как оружие. Когда Крим кричит «сырная пушка», или по-английски Cheese Cannon, то Cheese атакует своего противника и уничтожает его. А у Чарми есть жало, которое он использует как и для цветов, так и для врагов, когда он один.
Также можно еще поговорить про силовых. Базовых способностях силовой может. Кстати, когда силовики используют своих напарников, они не получат урона. Они просто лишатся своих напарников и все. Так что это еще и дополнительный щит. А да, персонажи. Наклз и Омега используют своих напарников как в качестве перчаток, которыми они атакуют своих врагов, а также они могут использовать их как пушечное ядро. Но это действует только в воздухе. Другие силовики, такие как Биг и Вектор, они наоборот. Сначала они используют своих напарников либо на плечи, либо в пасть, а потом и ими выстреливают, так и на земле, так и на воздухе. А также Биг и Вектор умеют делать стом, что довольно-таки странно. Почему не имеют стом Наклз или тот же самый Омега, неизвестно, но ведь Наклз же имел же кое-какой подобный стом из второго адвенчера. Неважно, переходим к левелапам. Первый левелап у Наклза появляется небольшой такой стомп. У Омеги же пулемет. У Бига вот такой вот крючок. А Вектор выплевывает ноты. Второй левел Наклз использует стомп, и после стомба появляется огонь. У Омеги же появляется огнемет. У Бига появляется другой крючок. И это спасательный круг. А у Вектора появляется изжога. В третьем уровне у Наклза появляются огненные шары после его стомба. У Омега появляются ракеты. У Бига появляется шипастая в виде крючка. Можно сказать, что это булавой шар. А у Вектора появляются жевательные резинки, в которых в них находится бомба. Также у силовиков есть специальные платформы, которые благодаря им они могут парить. Наклз и Омега сделают вот такой вот командный, не знает что это, но короче благодаря этому они парят. А у Бига это просто зонтик, а у Вектора это жвачка. Также я забыл упомянуть про Тим Бласт. У Тим Бласта лишь одна роль, уничтожить всех врагов, а также нанести высокий урон боссу. А если вы думаете, что в них нет никакой разницы и они просто взрывают все, то вы ошибаетесь. За команду Соника у Соника появляется какой-то Blast Away, с которой так называемой скоростью будет уничтожать врагов, которые будут убегать или будут поблизости. И блин, это прикольно, как Соник берет и уничтожает роботов, которых он видит. У команды Дарков наоборот полностью останавливается время, даже таймер останавливается. И таким образом можно побить босса, роботов и так далее. У команды Rolls после Team Blast появляется щит, неуязвимость, а также у каждого по команде один левел ап. У команды Chaotix после исполнения песни все роботы взрываются и превращаются в кольца. После Team Blast можно уничтожать врагов и из них выбивать кольца, чтобы таким образом снова заработать себе еще один Team Blast. После каждого использования Team Blast шкала будет отпускаться, что говорится о том, что действие Team Blast все еще действует. Ну, у геймплея мы уже поговорили все, что я смог. Переходим к уровням. Уровней всего 7, по 3 акта. В третьем акте это босс, но о боссах мы поговорим попозже. Сами уровни выглядят довольно-таки яркими и очень красивыми. Также они все были построены для прохождения трех персонажей. Специально для трех персонажей. И как по мне, это главный плюс к этой игре. Первая запоминающая локация это Seaside Hill, это пляж и конечно же снова кубики Green Hill, а также руины какие-то древние. И это довольно-таки очень запоминающая локация. Но в Generations эту локацию немножко почему-то испортили. Реально, они зачем-то запихнули эти так называемые волосы, но они что были специально для трех персонажей, а не для одного этого синего. Я даже не понимаю, почему люди любят этот игру. Я скажу, что она хорошая, но до предыдущих игр она будет далеко. Они даже поиздевались над моей любимой тачкой, где теперь наш Соник теперь и может и прыгать, и бустить, и, конечно же, рулить.
А ведь в Sonic Heroes там вообще наоборот. Скоростной является двигателем, летающий является поднимателем, транспортным или, можно так сказать, прыжком, а силовой персонаж является рулевым. Если какой-то из них потеряется, то тачка будет постепенно ломаться. Избавляется сначала от двигателя, потом от водителя, а потом затем от полностью от тачки. Также мне хочется упомянуть про океанский Гранд. И он, блин, выглядит очень красивым, ярким таким. А в конце нас встречают вот эти вот три каменных колеса, которые катятся и которые пытаются задавить ежа Соника. Также еще есть и черепахи, и все в таком духе. А в Generations эту всю эту зону решили просто скомкать и превратить это все в сисахи. Спасибо вам всем. Они даже не попытались повторить то, что было в Sonic Heroes, а решили вот такую вот фигню сделать. Я знаю, что эту фигню решили отдать классику. Согласитесь, что в 3D выглядит намного лучше, чем в 2D. Ибо вот это вот никак у меня в сердце пятки не уходит. Кстати, секция с каменными колесами только лишь у ежей, а у других команд, по типу как Эми и Хаотиксов, нет. Ну, неудивительно как. Метрополис и электронная станция, или как там по-русски это называлось, она, извините, я запомнил зоны именно на русском. Так что не бейте меня. До сих пор меня задается одним вопросом. Да, сама локация выглядит довольно впечатляюще и масштабной, но... как там вообще возможно? Машины из будущего... Эти дорожки... Я просто не понимаю, что... Как? Это что, все Эггман создал? Или это является будущим? Короче, я до сих пор не понял этого ответа. Но почему-то в ШЗХ нас снова встречается с городом. Что здесь происходит? Снова казино, где персонажи не могут быть нормально управляемы на поворотах. Ну, как ни странно, для меня это казино теперь не стало на настолько уж адом, как это было в моем детстве. Но она хотя бы проходится нормально, в отличие от Sonic Spinball, где там присутствует Тай Фури. Вала, как же я ненавижу эту игру, она просто помойка, как и сам сериал. Каньон и пулевая станция – одна из драйвовых уровней в этой игре. И блин, мне нравится, что вокруг вообще происходит. Поезда, эти странные головоломки, и пушки, и везде еще кое-что. А в пулевой станции нужно залезть, попасть в русскую рулетку, и потом персонажи выстрелят, и они полетят далеко-далеко. У Sonic и Shadow завершается все этим взрывом головы Эггмана. И блин, это будет просто... Nice. Лес лягушек и болото. Типичные джунгли, где присутствуют интересные такие жабы, которые имеют способность призывать дождь, от которого некоторые растения вырастают быстрее, некоторые просто вянут. Или точнее уменьшаются. Вот две версии жабы, и вот они этим и отличаются. Ну вот в болоте, чего я действительно не ожидал увидеть, так это аллигатора. Огромного чертового аллигатора. Ну или крокодил. Неважно. Вот этот вот. Ящерица болотная нехило так меня напрягла. Она постоянно хочет съесть этих ежей. И блин, я... Из-за этой ящерицы постоянно проигрывал эту локацию, ибо она реально меня напрягала. Конечно, сейчас это меня не особо пугает, но все равно это реально что-то с чем-то. Замок и таинственный особняк. В замке нас встречают кое-какие специальные сферы, где нужно бороться с гравитацией. Здорово, второе адвенчер. И блин, сам уровень был сделан специально для того, чтобы его переворачивали, и чтобы в другом стороне его и проходили.
И блин, это просто похвально так относиться к деталям. И мне действительно зашло эта идея. Сам же уровень — это типичный хэллоуинский уровень, которого теперь мы с будущих игр просто никак не увидим. А ведь это один из самых моих любимых уровней в этой игре, особенно второй акт. Но еще хочу кое-что сказать про первый акт, а именно замок. В замке очень можно часто увидеть кое-что интересное, а именно то, что некоторые статуи или вот этот вот вход, которые можно обратить внимание, где сверху у них вроде как какой-то там король черепов, а снизу вот такой вот бармалей. Статуя доктора Эггмана, а также и Неометал Соника. Таинственный сомняк и правда будет довольно-таки очень таинственным. Этот загадочный скелет, который прячется, а потом подходишь к нему, его там нет. Те сферы, которые отвечали за балование гравитации, теперь являются просто телепортацией. А главным соком является мистическое измерение, где полно привидений. Для каждой там секции, по типу там скорости полета и силы, нужно там пройти какие-то там препятствия. Или же уничтожить роботов. А у некоторых это просто потушить факел. Ну и конечно же типичный финальный уровень на борту доктора Эггмана. Ну по типу как Дэд Эгга или других там самолетов. Но на этот раз у Эггмана нехилая такая зарплата. И у него не один корабль, а целый флот. Что так и называется, Эгфлит. И господи, эти корабли просто повсюду. Они сверху, они снизу, они везде. И меня это до сих пор впечатляет, как это все выглядит. Везде пушки, повсюду роботы, которые всегда готовы остановить препятствия, которые станут у них на пути. Но вот самое классное — это взрыв одного из корабля Эггмана, и выглядит он просто шикарно. А вот во второй раз Соник и Тейлз и Наклз просто улетают ввысь и долетают до следующей локации. У Дарка почему-то это сократили, а у других двух командов этого вообще нету. Все совершается по средней крепостью. И блин, мне нравится. Это один из самых любимых моих уровней по Сонику. И мне он до сих пор нравится. Это пасмурная погода, ночное время суток. Повсюду до сих пор пушки, которые каким-то образом попадают по тебе и отнимают у тебя кольца. И это просто впечатляюще. До сих пор меня это впечатляет. Я просто назову этот уровень один из самых атмосферных уровней по сути. Также я никак не могу пропустить и лазеры, которые они такие намеренно стреляют, чтобы попасть в синего ежа и остановить его. И уворачиваться от них просто круто. А все главное завершается большим лазером глаза доктора Эггмана, которое это голову потом взрывает. Это балдёжно. Дальше у нас спешл стейджи, которые является очень длинной трубой, прям как из Адванс. Но в отличие от Адванса, они проходят либо под водой, либо где-то на вечернем небе, где-то там в космосе и так далее. Но вы наверняка спросите, как туда попасть? Это довольно-таки очень просто. Находите ключ и доходите, завершайте этим ключом какой-либо акт. В первом акте вы не добудете из-за просто, вы просто там добудете себе жизни и все. Но вот во втором акте вам нужно догнать этот изумруд хаоса. И это не настолько уже проблематично. Просто используйте одного скоростного персонажа, и он догонит этот чертов изумруд хаоса. Но главное, нужно донести ключ до конца акта. Если вы потеряете кольца, то вы ключ профукаете. Помните второй адвенчик? Именно там эта идея решили повторить, только теперь усложнили. Это ключ нужно было попасть в Чао... Ну как там? Чао Сад, а здесь в Спешл Стейдж. И тут есть отличие.
Ну, вы поняли, что за отличие. То, что в первом вечере вы хоть и потеряете кольца, но сам ключ не потеряете, даже после смерти вы его не потеряете. Как это возможно? А в Хирусе вы его пропугаете. Ищите заново. Вот. Вот таким вот образом можно раздобыть из рот хаоса. И нет ничего трудного, но некоторые... Я слышал про одного идиота, который говорит о том, что он не знает, как раздобыть из рода хаоса Sonic Heroes. Типа в классических играх я всегда добывал из рода хаоса, а вот Sonic Heroes понятия не имеет и назовет именно таким образом Sonic Heroes саму Триани. Скажу одно. Сыграй, пожалуйста, в второй Advance. А потом скажи мне, где хуже добывается изумруд хаоса? Ибо во втором Адвансе вам нужно раздобыть какие-то там странные медали, которые я до сих пор не понял, где, а чё находится, ибо пошло оно все. Ибо вам нужно найти 7 чертовых медалей, которые фиг найдёшь, где находятся. Короче, я этим эту игру не прошел. Ну и пошло этим. Пружины были более лучшие идеи, чем какие-то там собирательства каких-то вещей. Ладно, завязываем с этими уровнями. Давайте перейдем к боссам. Боссы здесь совершенно отличаются от тех боссов, которые были в предыдущих играх про Соника. А по типу как боссов раз ударить в робота, или в корабль Экмана, либо вырубить Наклза. Oh, no. Ну или 4 раза ударить другую какую-то железную махину, или... Я даже не хочу вспоминать про... мучение с Тейлзом и Эггманом. Это писец. Тут же босс совершенно отличается от других боссов в предыдущих играх. Например, вот это вот робоптица с пулеметами. Вам не обязательно атаковать ее сразу в голову или в центр. Вы можете сначала либо уничтожить его ПСПшников, которые сидят у него там рядом и стреляют в разные стороны, сломать ему пропеллеры, роперы какие-то, понятия не имею, а затем уже мучить старика. Тут просто дается выбор игроку, как атаковать именно своего босса. Тот же самый другой робот, который имеет спасательную капсулу в виде той же самой птицы с первого акта, только теперь нужно избавиться от дирижабля, затем уже от пропеллера, а затем уже от самой птицы. Можете уничтожить какие-то либо пушки, конечно, это будет сложно, но зато будет интересно сломать снова пропеллеры, роботов, или просто все это взять и уничтожить им бластом. Все зависит от выбора игрока и решать ему, как атаковать босса, либо по-классически, либо по-новому. Но вот самый крутой босс в этой игре — это Эгг Эмперор. Мне он очень нравится. Он постоянно выпускает на Sony какие-то разные, я не знаю, что это такое, какие-то лазерные обезьяны, не знаю, как их называть. И постоянно он этой атакой будет атаковать игрока и, конечно же, ему мешать подходить к нему близко. А если вы будете отставать, он просто возьмет и вот это вот сделает. Либо да. Конечно, в детстве у меня немножко это... Типа, ты чё? Чё, батя? Попутал чё-ли, а? Сейчас я не особо этим возмущаюсь. Короче, атаки у босса реально потрясающие. Ракеты, лезвия. А когда уже его надо атаковать, то он будет использовать свой щит для защиты. И... это просто... зашибись, какой хороший босс. А сейчас то, что сливаю с финального босса с помощью 4 ударов или вообще вот такое вот вытворяют. А в 3DS версии Generations, хоть и босс стал, конечно, все еще жирным, но это не то, не то. С тех пор там какие-то пушки становятся теперь оружием для Соника, которые он просто ломает их, а они сходят с ума и направляют на своего хозяина и стреляют в него. Это же абсурд. Короче, обновленная версия, ну не то. Ну да ладно, у нас же еще есть команда против команды. Тут чисто рандом. Вы можете либо быстро их скинуть с арены, что вы даже маркнуть не успеете, либо провозиться с ними очень долго.
ибо это просто чисто рандом. И просто вы просто можете либо провозиться долго, либо с ним справиться очень быстро, либо использовать какой-то баг и от них избавиться. Короче, тут чисто рандом. Тут вроде как нечего объяснять. Не очень были мои любимые боссы, а адвенчеры были получше. Что является самым моим любимым, это когда доктор натравливает на какие-либо команды своих роботов атаковать. И, о боже мой, я это просто обожаю. Я просто обожаю, когда полно роботов или противников атакуют какого-либо персонажа, и ты просто избиваешь их. Мне нравится это. И главное, враги-то разные. Они либо с щитом, либо с оружием, либо с чем-то еще. Короче, они... Мне нравятся эти враги. Эти экбавны просто мои любимые противники в играх Соника. Жаль, что в модерновых играх их немножко испортили. Да уж, люблю эту эру. Жить без нее не могу. Вот самым моим любимым является Эгхами. Это большой робот с молотом. И у него две версии. Одна вот такая вот, а есть и шлем, у которого есть лишь одна точка уязвимости, и надо ее именно атаковать. А если атаковать его тело, никакого урона он не получит. Короче, очень жирный босс. Такой не босс, противник, мне нравится. А если бы еще Эггман бы додумался бы натравить на Соника сразу нескольких, то все, капут ежу. Как ни странно, еще у Хаотикса атакуют другие кое-какие враги. И это вот такие вот птицы. Ну или ястребы, либо орлы, понятия не имею, короче, птички. Которые будут летать повсюду, и их уничтожить довольно-таки трудно. Даже еле-еле летун с ними справляется. Так еще в хэллоуинской версии этих боссов там вообще вот такое вот происходит. Да, но у Хаотиксов больше разнообразия, чем у других команд. Кстати, хэллоуинская версия. В команде Дарков там еще больше роботов, и они еще более такие умные и хитрые. Особенно в последние, вроде как у Соника это все завершается, а у команды Дарков это хоба сюрприз и проигрывать. Но какие не были бы боссы или те же самые уровни, их хорошо красит музыка. Сейчас мы о ней поговорим. А, чё, я забыл упомянуть про финального босса? А, ну да, извините. Металлическое безумие. У него есть несколько лапочек, которые означают цветом, ну вы сами знаете чего. Полет, сила, скорость, ну и так далее. И эти значки означают блоком для команда. Если вы светится желтый, значит светон не может ударить босса. Ну вы сами, короче, поняли. И нужно, чтобы с этим справлялись либо скоростной, либо летун с какой-либо лампочкой, которая не означает их силу. Ну и, короче, вы поняли. Сам же босс вышел вполне неплохой. То он берет свои странные ракеты из пальцев и пуляет их в своих противников, или же в игрока, и потом замораживает одну из команд, которую нужно освобождать. Использует свой огнемет, выпускает какие-то иголки из своей, не будем говорить из какой части. И, конечно же, еще использует хвост, чтобы кому-то вмазать. А Metal Overlord, то он из своей груди стреляет какие-то гигантские кристаллы, которые нужно разбивать, таким образом наполнять себе шкалу Team Blast. Хоть, конечно, босс получился одной кликалкой и все в таком духе, но хотелось бы больше челленджа, чем использовать Team Blast. Конечно, Team Blast вышел, конечно, реально крутой, когда Соник и его команда используют его, свои главные цвета, свои их силы и атакуют с Metal Соника по разным частям тела, и это выглядит реально круто.
Но только зачем было добавлять Наклз за то, что он во своей суперформе может пуляться огромными шариками? А у скоростного и Летуна вроде как нет никаких отличий. Кроме того, что Соник может использовать свой Blast Away за потраченные 10 колец. Не советую вам это использовать. Вы быстрее сдохнете. Потому что суперформа, она же ограничена. Ах да, забыл еще, что Metal Overlord еще может использовать Хаос Контроль, который просто берет и останавливает время и пуляется любыми атаками. Саундтрек в этой игре подходит абсолютно всем локациям и к битвам боссам. Но это ни для кого не секрет. Но можно упомянуть про очень драйвовый саундтрек каньона. Атмосферный саундтрек таинственного особняка. Ну и, конечно же, мой самый любимый – «Последняя крепость». Ну и, конечно же, темы боссов, такие как Эгг Альбатрос. Эгг Эмперор.
Тема, когда нападают роботы Эггмана. Металлическое безумие. Ну и, конечно же, из чего я сделал. Помимо этих саундтреков, еще есть и темы главных героев, ну или каждой команды. Выделить только смогу лишь команду Дарков и команду Хаотиксов.
ну и так далее. Короче, с саундтреком получилось в этой игре очень хорошо. Также можно немножко поговорить насчет озвучки, если можно. Как ни странно, Sonic Heroes является первой игрой, с которой она меня познакомила с Райаном Драммондом. Ибо моей первой 3D игрой была Адвенчурой, и там была фанатская озвучка Spin Blast, или как там называлась там эта озвучка, неважно. Эй, Соник, давно мы не виделись. Рад, что с тобой все в порядке. Что случилось? Как ты мог так приземлиться? Ты же хороший пилот. И так сказать, что я первый Adventure играл на русском языке, а Sonic Heroes играл я в английском языке. И для меня немножко было удивлением, когда я услышал такой необычный голос Соника. And show him the real power of teamwork. For mine. I'll do my best. Leave it to me. Hey, knock it off. There's no time to play. Everybody, get out of the way. И мы все знаем, что этот голос хорошо подходил к этому сильному ежу. Конечно же, мы все знаем, что самый лучший голос является Джейсон Гриффит. What do you figure that was all about? The hair and those arms and look at the Chaos Emeralds. А тот голос, который был в модерновых игр, я думаю, что он может подходить именно к Сонику Вому, но для нормального Соника, именно из модерна, ну никак не подходит. Hey! I've been looking for you, Baldy McNose Hair! Who are your friends? I think you're itching, cause you need a bath! Короче сказать, что Райан Драймонд и вправду мне очень зашел, его голос в этой игре. И я даже не знал о том, что в Адвенчурах он даже плохо как-то немножко играл после этого синего ежа, но только в Sonic Heroes он себя хорошо показал. Я уже молчу про Sonic и Tails, где он тоже хорошо сыграл ежа. Конечно, у него теперь голос немножко поломался и немножко не очень теперь подходит теперь синему ежу, но даже так он все равно хорошо все еще играет. And I know just how to do it. Кто бы мог подумать, что этот актер еще, оказывается, озвучил Metal Sonic. Ну или же точнее Neo Metal Sonic. Именно в Sonic Heroes появился у Metal Sonic первый раз голос. И господи, в Neo форме он просто реально круто. It's too late. Знаете, чего я больше всего хочу? Чтобы Райан Драммонд еще раз бы озвучил на этот раз не Соника, а именно Neo Metal Sonic. Ибо, согласитесь же, неплохой же вариант. Типа сейчас же соникопаны вроде как нашли новый голос для нашего синего ежа. Так почему бы Райану Драммонду не озвучить еще раз Metal Sonic'а? Это ж хорошая идея, как вы думаете? Про других персонажей мне вроде нечего сказать. Но вот Биг мне реально зашел. Его голос к такому коту с вот таким размером пуза очень хорошо подходил к нему. Мне до сих пор нравится этот голос этого большого кота. Ну и конечно же робот из серии Е-123 Омега. Именно в этой игре мне больше запомнился голос Е-123 Омега. Мне очень до сих пор нравится этот голос Омеги, он очень подходит к нему. Но в ШЗХ появился другой актер, он вроде как звучит знакомо,
Ну, типа, да, похож, но... Ну, чё-то не то. Eggman, target acquired. Locked and loaded, fire. А, 2006-й... Я даже не знаю, что сказать. Это писец. Rouge the Bat. Ну и, конечно же, голоса Хаотикса. Они мне больше всего запомнились в этой игре. Билл Корткери в роли Эспио. That's the evil genius, Dr. Eggman. Not too late to change your mind. Where there's light, there's shadow. Careful. On guard. Голос Чарми Эмили Корткери. И, конечно же, Марк Яки в роли Вектора. Sorry, just part of the job. Why do you think we're here? How else are we gonna make the rent? Fancy place. Dr. Eggman, want some? Come and get it. Эти голоса более лучше подходят к этой команде. Шизаха... Ну, они мне ничем не запомнились. У Чарми в Шизаха появился какой-то раздражающий голос, что даже... Фиксики будут страдать от его голоса. А Вектор вообще получился как грёбаной шуткой. Ну, вы, короче, поняли. Ну и, конечно же, не забываем про Дим Броустоу. Замечательный голос доктора Эггмана со времен Адвенчеров и в конце Хироса. Stop your futile efforts! You'll just make fools of yourself! Your memory? What memory? You have no past to remember. Well, I believe our time is up. I'll see you again soon. You fools must all have a death wish. Witness this invincible battleship, built by the hands of a genius. Its power unmatched throughout the universe. Ну, давайте завершать обзор. Несмотря ни на что, я все равно буду любить Sonic Heroes. Да, я знаю, у нее есть кое-какие сюжеты дыры, недосказанность, уровни повторяются. И я понимаю, я абсолютно понимаю. Но просто никогда не было такой игры, где можно сразу играть за трех персонажей и меняться ими. Просто раньше такого не было. Именно из-за этого мне игра так сильно зашла. Про сейчасные игры, конечно, они тоже хороши. У них удивительный там бустер и что-то еще, но у нее есть кое-какие проблемы. У нее еще хуже с сюжетом. Ну, типа как Шэдоу, который наплевает на людей. Наклз, который забросил дело охранять мастер Изумруд. Какая-то не та земля, которая уже появились какие-то другие страны и какие-то другие запады, которых не было в других предыдущих играх. А мета-эра так вообще все уничтожила. Конечно, можно не обращать внимания на сюжет и отвлекаться лишь на геймплей. Но геймплей не лучше предыдущих геймплеев, которые были. Классик Соник, который быстрее бустовал Соника, аватар, которого фиг поймешь, как он должен работать, и другие проблемы.
И даже я сам не могу себя понять, почему я все еще сижу за этой серией, и почему я от нее никак не отстану, как я отстал от Marvel. Возможно, потому что она очень дорога для меня, и просто мне очень тяжело от нее взять и отказаться. Не знаю, что сейчас выйдет на 30-летие Соника, либо тот самый слух про Colors, либо что-то еще, что будет продолжать историю Медея. Но как по мне, лучше все начать с чистого листа. Ну, короче, see you later. А да, эстафету я не буду никому передавать, так что все, идите в баню.